Всем добрый вечер. Рада приветствовать всех зрителей. С вами я, Карина Амбарцумова. Сегодня мы будем решать задачи, играть в Блиц. Немножко пообщаемся. Такой полуночный стрим получается. Раньше никак не удается начинать, поэтому как-то так. Ну да, на прошлой неделе был у нас уже такой же стрим. Может, кто-то смотрел. Кстати, вполне неплохо мы задачи порешали. Достаточно интересные были примеры. Вот. Завтра у нас суббота, так что можно чуть-чуть расслабиться. Хотя, лично у меня суббота — это насыщенный день. Вот. Ну ничего, сегодня чуть-чуть порешаем. Начнем, наверное, со штурма, как всегда, для разминочки-то. Сначала надо с легкого начинать. От простого к сложному идти. Так, поэтому сначала со штурма начнем. По-быстрому проштурмуем немножечко задачи. Так, легкие для начала. Так, ферзь. Тут эндшпиль, тут мат. Тут вилка, тут мат. Тут мат. Тут мат. На g8. Так, ферзь. Проводим пешку. Тут можно просто взять, закрыться. Так, уничтожаем фигуру, которая контролировала поле превращения. Здесь мат. Так, шахмат. Ферзя. Опс, опс, опс. Слоном. Шах, ладью выигрываем. Так, матуем. Тут просто мат в один ход. Так, ферзя можно съесть. Скрытый удар. Тоже скрытый удар. Так, что ли? Да, просто так. Так, берем. Тут съели. Промежутки съедим потом тут. Ой! Пешку же провести надо было. Ошиблась. Ладно. Не повод... Не повод задумываться в этой ситуации. Король g2, что ли? Да, просто король g2 можно. Есть шах, слон. И заматуем его. Так, конь d5, вилка какая-то. Король h2 с нападением. Удалось. Так, шах съели. Так... Шах. Нет, конь c7 вилка. Поздно увидела. Конь c7 вилку. Фигуру съели. Тут просто можно съесть. Так, как пешку остановить с шахом? Взять и туда просто. А, тут еще и f5. Чтобы проходную сохранить. Шах. Нет, шах же нельзя. Па-па-па-пам. Конем просто закроемся тогда. Менять ничего не будем, естественно. Так, шах надо. Шах и вилка. Что тут? Что по материалу-то? А, угу. Нас же меньше. Надо тогда шах и ладью зайти просто, и все. У нас меньше. Ферзем берем. Так, на f7, ферзь g6 выскакиваем. Что здесь? На e6? На c6, что ли, ударить? На c6 можно, да? Король через c1 уходит. Что немаловажно. Здесь ловим ферзя. Тут нападаем и вилка. Ой, связка. Нет, так нельзя. Значит, шах. Итак. Сначала f6. Так, тут вилка. Тут что? Шах, ферзя. Тут конь g5. Вилка.
Здесь на d6 пункт слабый. Про солнце 6, что ли, побить? Да, про солнце 6. По-простому, как говорится. Здесь ладья на первую уходит, держит. Король h1 все решает. Так, ферзь b4, надо заходить туда. Так, висел ферзь, тут уже берем. Перекрытие. И проводим ферзя. Шах, съедаем ферзя. Так, с шаха начать надо. И мат конь e7. Здесь открываем диагональ и матуем. Ферзь e5, правильно. Так, по-по-по-по-пом. Шахетский сюда выписать. Дальше на g7 берем. Правильно. На h7 заносим и g6. Король в ловушке. Конь a7. Есть ход? Да, есть. Берем. Конь d6. Выигрываем. Так, 70. Нормально. Результейшн. Дальше. А нет, не ладья 8. Так, конь d7. Отвлечение. Ах, конь b6 же могла. Ферзя съесть. Конь b6. Не увидела. Да, рада всех приветствовать. Кто только подключился, всем привет. Сегодня решаем задачки. На Твиче тоже читать буду сообщения. На английском, если будут зрители, там на английском буду иногда говорить. Кто-нибудь зайдет там или нет. 70. Ну, неплохо для начала. 70. Вполне неплохо. Hi, guys, on Twitch. Today I will solve some puzzles, will play some games. And sometimes I will speak in English also. Ладно, нормально. Размялись. 70, не более-менее. Размялись. Всем привет, да, кто он подключается только. Ну, тут скорее даже доброй ночи всем. Уже так это время позднее. Но завтра, я думаю, что многие отдыхают, поэтому ничего страшного, да, что так поздно. Предлагаю задачки начать. Так, в прошлый раз на 2830 мы остановились, но сейчас у меня, я еще там парочку решил, 2843 у меня сейчас рейтинг задач. 2843, ну, потихоньку до 2900 идем. Главное не ошибаться, да, как в прошлый раз. Вот. Периодически ошибалась. Вот. Хотя идеи были верные. Ну и какие-то интересные задачки тоже попадались, поэтому интересно будет. Так, давайте смотреть эту задачу ход черных. Как здесь выигрывать? Очевидно, что наши идеи связаны с атакой на короля, с матовыми идеями. То есть шах на h3 надо смотреть. Шах на f3 надо смотреть. И что потом? Единственная фигура, которая нам мешает поставить мат, это конь. Да? Конь незыблемая фигура в центре, которую выбить не получается. И он нам мешает. То есть без коня бы мы его по полям белым бы замотовали. Но от коня здесь не избавиться никак. То есть у нас нечем коня уничтожить на e5. Какие мысли? То есть если слон h3, но он уйдет. Он уйдет, да, как бы назад. На h1 или на g1. Так, слон h3. Ушел король. То есть ферзь сюда не попадает. И сюда тоже. Могу взять. То есть я всегда могу взять. Это тоже надо смотреть. Для чего? Для того, чтобы открыть вторую горизонталь. После этого замотовать на g2. Но если я так, он уходит. Я беру. Что он будет делать? Может и не бить. Но еще на слон h3, помимо всего прочего, он может пойти королем в угол. Если я побью, он побьет. И на ферзь c2 есть ход ферзь g1. Ну да, предлагают вот Саше взять сначала. Можно сразу взять. Надо только смотреть перестановки ходов, что будет. Если я сейчас беру, что там? Беру-беру, просто тут есть нюанс. На ферзь c2 и король g3 еще есть какой-то ход. Ферзь e2, что ли? Но это не то, по-моему. Ферзь c1. Поэтому мне надо сначала все-таки, наверное, короля оттеснить назад. То есть, допустим, слон h3, король h1. Беру.
Он бегет. Ну, если не бегет, то не знаю, конечно, что он будет делать. Ферзь Е1 только, если какой-то ход сделает. Ну, нет, я там на F2 могу. То есть бегем. Ферзь C2 я залажу. Хочу мат на G2. Он ходит ферзь G1. Поле G2 защищает. И, кстати, на G5 тоже нападает. Угу. Так, у него вообще ходы есть? У него ходов, у него цукцанг может быть, если честно. У него ходов же практически нет уже. Ну, кстати, у него может быть цукцванг, а если даже король F6 просто пойду? Конь G4, что ли? Ну, там слон G4 надо смотреть. Штуки все разные. Он же 4. Ферзь 4, да, просто берет. Так, слон H3, мне кажется, все-таки верная идея. То есть отогнать сначала назад, потом побить. И выйти ферзем на c2, чтобы через g2 пытаться. Он ферзь, вот на ферзь, на ход ферзь g1. Висит на g5. Какие мысли? Король f6, конь g4, шах не хотел давать. У него практически цукцванг, кстати, ходов вообще. Только b6 остается ход в какой-то момент у него. Ну, ферзь g3, конечно, может стоять. Это мы ему не можем как бы запретить. Какие еще есть? Слон h3, король h1. Еф-еф. Не знаю. А если я G4 где-нибудь пойду? Такое ощущение, что у него должен цуксванг просто быть. Если я G4 пойду, потом ферзь F5, как он вообще будет из этой ситуации вообще где-то выбираться? Король G1, король H1, что ли, будет стоять? Непонятно. Ну, Еф... Ой, FEF я не хочу, потому что король G3 дополнительное поле, да? Зачем мне это нужно? Поэтому я думаю, что надо все-таки начинать с хода слон H3. Единственное, я четко не вижу пока, как я там выиграю. F3 еще шах, но F3 не то. Ладно, давайте, шах даю. Король H1. Пока по-нашему все сейчас варианту пойдет, да? Еф, ферзь C2, ферзь G1. Так, но не видно все-таки до конца, как там. Король F6, конь G4. Могу взять. Ну, я как минимум пешку выигрываю, да? Там король F6, конь G4, слон G4, ферзь G4, ферзь B1. А, ферзь B1, король же на G2 уже может выйти. Ну, тогда эту пешку я съем, то есть лишняя пешка остается, но это какая-то... Ну, как-то маловато, да? Пешка какая-то всего лишь. Хотя пешка это много так-то. Я думаю, что Еф мне надо ходить, другого я не вижу особо. Тут. Ферзь c2, ферзь g1, перестановка ходов, только пешка на f4. Мне это ничего особо не дает, да? Конечно, желательно иметь четкий вариант, да, выигрыша. Что-то сомнения все-таки. Сомнения присутствуют. Так, ферзь c2, ферзь g1. f3 не успеваю, слон g2 нигде. f3, ферзь g5, шах.
Так, а если здесь F3, ну слон G2 мне ничего не дает. Король G1 идет. Ну давайте, Fe, наверное, надо бить. Ферзь c2 или Fe. Ферзь c2, ферзь g1. То же самое, только при пешках, да? Кому это выгодно-то? Мне кажется, не мне это выгодно. Так. Ну ладно. Бьем. Но чувствую, что-то там не то. Не до конца, потому что расчет. Так, так. Ферзь g1 пошел. g4, конь g4 просто возьмет. На король f6, конь g4 шах, да? Король f5, конь f2 там еще и ход. Слон g4 придется. Но я вижу, как я пешку выигрываю. Ну. Там шахи какие-то, я не понимаю, достаточно этого будет, нет? Ну ладно, давайте, пешка это уже хорошо, давайте беру. Нет, ошибка. Эх. Ну чувствую, что что-то не то, все-таки должно, наверное, что-то лучше быть. Давайте тогда подумаем, а что еще-то можно было пробовать. Что-то не вижу, значит. Так, вот эти поля, понятно, что надо как-то сюда. Может, все-таки ферзь c2 надо было начать? Только в чем разница? Не ясно пока. Ошибка. Ну, ферзь c2 не то тоже. Ну, ферзь c2 попробую, но не то. Не, ферзь c2, смотрите, так. А что на g1? Давайте подумаем, в чем разница-то? С этими пешками или без этих? Сейчас с этими пешками. Так и лучше. Почему? Что у нас? Какая новая идея? Но f3 он берет просто. Там же мат поставит нам. Королю нашему. Так нельзя. Что-то какая-то новая есть. G4 есть ход, похоже. G4, смотрите, какая идея. На конь G4 f3. Слон G2. Прикольно. А g4, если еф, е3. И на фе ферзь е4 шах и мат там. Неужели так? Ну, красиво, кстати. Да! Красивая идея, слушайте. Но вот не обратил на нее внимания в расчете. И слон g2 перекрытие. Ферзя выиграл. Красиво, смотрите. А на этот ход е3 есть. Я так понимаю. Е3. А на f3 что? Просто пешку, что ли, проводим? Е2 по-простому ходить. Не, Е2 так съест. Ферзь f2, да, какой-то еще исход? Такой еще исход. Конем бить нельзя, будет мат. Ферзем бить нельзя, пешка пройдет. А если пешка побьет, как мы? Пешка Е-то не пройдет так. Так, вот здесь о чем задумка? Значит, Е-3, Ф-3. Просто Е-2, что ли? А, Е-2, смотрите, как... Слушай, вообще прикольная задача, кстати, красивая. Итак. Красивая задача. Ферзь берет пешка, проходит шахом. А король берет тоже пешка, шахом проходит. Ну да, можно и так сразу тоже сходить было. То же самое. Да, интересно, ладно. Тут не досчитала варианта, а надо было досчитать. Окей, следующее. 16 пунктов целых сняли за одну задачу, что обидно весьма. Поэтому надо бы до конца досчитывать. Ну, чувствую, что там что-то не срастается. Так, здесь пешеный эндшпиль придется вариантики все считать. Ну, а что считать? Так только и считать надо по ходам. Что это будет?
Да, вижу вопрос. Карина, а в сборной бывают какие-нибудь заграничные сборы, как футболистов, велосипедистов или просто ездов в шахмат? Да, по-моему, на этой тоже проводят сборы, на спортивной базе Круговая тоже. В Сочи тоже, я знаю, проводят, и в этом, как-то было в Пятигорске, по-моему. Не слышал, чтобы за границей были сборы шахматные. Так, беру. Сюда. Там опять какой-то ход. Белым надо ничью делать, похоже, тут. О победе выигрыш... О победе речь не идет, похоже. Может, так включить? Надо посчитать. Так, так. Так, так. Так, так, так. Если король бежит сначала, считаю. Так, подождите. Опять включаю, чтобы у него хода не было выжидательного. Сначала прямой вариант считаем. Он сюда бежит, я двигаю, он берет, я двигаю. Он двигает, я двигаю. Он двигает, я двигаю. И когда он двигает, я останавливаю его пешку. Так он не может. Хорошо. Опять БА. Король G4 сюда. Я сюда. Он может съесть. И когда я съем эту пешку, он пойдет король F4. Он пойдет король F4 или король F5. Ну, не суть. Не суть. Не особо большие различия, да, я могу побить. Я пойду сюда. Да, наверное, опять надо, потому что когда он побежит, вот тут возьмет, я к этой пешке быстрее приду, она уже будет беззащитная, вот. Но он там может стоять, я так понимаю, там ничья, я не вижу, что там белые выигрывали-то. Наверное, ничью просто надо сделать, как бы. Хотя не знаю, может там... Король G7 какой-то ход будет. Ну, короче, опять надо ходить, я так понимаю, из всех этих соображений. Нет, ошиблась. Опять. Слишком перемудрила, да? Король просто король G4, что ли? Ну, давайте тогда так. Опять, наверное, в какой-то другой момент. А, он король F4, что-то не поняла. Я эту идею-то не увидела. Тут суть в том, что если я беру, он G4 ходит. Он меня съедает и потом к этим пешкам подходит. Так здесь, что ли, опять? Нет, подождите. Что-то я не понимаю. E5, что ли, в этой позиции? Король F4. А что меня такой уход не смотрел? E4, наверное. Ой, E5, значит. Нет, все неправильно. Подождите, но что за идея-то? Как мне ходить? Неужели король G6, что ли? Какой-то... У меня другого хода просто нет, кроме король G6. И на король E4, король A6. Так, что ли? Вообще какой-то бредятина какая-то. Так. Пу-пу-пум. Не ожидал я сейчас, у меня такие задачки будут. Смотрю, Елизавета поддержала. Спасибо большое. Елизавета, да, написала спасибо за уроки и стримы. Очень интересно, побольше подписчиков и развития канала. Спасибо вам. Рада, что смотрите. Да, теперь у нас каждый четверг выходит урок. Вот, так что следите за обновлениями. Кто не подписан, тоже подписывайтесь обязательно. Hello, Karina, I'm waiting for your Spanish stream. Okay, I'm preparing for Spanish stream. Will be soon. Ничего не понимаю. Ничего. Ну да, надо считать, но немножко ленюсь, конечно. Честно говоря.
А не надо бы лениться, надо считать вариантики. Не опять, не епять. Ну, короче, 6 ставится ход. Ну, я вообще не поняла. Давайте вот разберемся, я включу просто. Надо разобраться. Так, во-первых, я хочу понять, мы на что играли. Мы играем на победу, ладно. Почему мне этот вариант не нравился? Что-то я вот до сих пор не поняла, зачем я ходила опять. А, на этот ход я королем отсюда иду, да, вот вытесняю короля, получается. Когда он сюда, я сюда. Подхожу, и на этот ход я быстрее к его пешкам бегу и быстрее съедаю. Вот здесь надо будет посчитать, конечно же, вариант. Ну, ладно, немножко поленилась. Хорошо, не надо лениться. Окей, он король f4 пошел. Здесь выигрывает только ход король g6. e5 ничья, король h6 ничья. Да, но на король h6 я поняла, что у него g4 это идея. Это я поняла. Дело в том, что здесь он моего короля-то оттесняет. Вот, и бежит к пешкам. Ничья получается, да? Вот вход ничья получается. Одновременно ферзей проводим. Ну, это понятно, это уже такое. Одновременно ферзей проводим. Ничья. Окей, назад. В чем суть хода король g6? Выжидаем время. Для чего? Для того, чтобы он взял. Потому что теперь, когда он берет, мы берем. И он g4. У него вот этой идеи нету g4 ходом. То есть у него очень сильная идея g4. Which other languages do you know a little or speak fluently? I know Spanish, more or less, and English. No more, only Spanish and English. Да, красивая идея, тема поля соответствия в пешном эндшпиле. Но пешный эндшпиль, да, надо считать. Ладно, две неправильно. Так, подождите, надо собраться, что-то мне такое не устраивает. Так, давайте, думаемся. Без линцы. Перекроем слона. Что нам это дает? У нас пешка, да? Нам слона надо перекрыть, чтобы пешку провести. Каким образом это сделать? Ну, самый простой способ такой. Надо считать вариантики только. Я так. Если h3, я могу еще на h3, кстати, съесть. Вот. Я так. Надо защиту за него искать. Не, у отдельный эндшпиль сложнее, понятно, но в пешном я говорю, что считать нужно до конца. Вот. Как я эту позицию пыталась решить, так не прокатывает, к сожалению. Должен быть четкий расчет от начала до конца в пешном эндшпиле, потому что вот так я там что-то посчитала на глазок и неправильно. Это как бы показательный момент. Я пытаюсь понять, как он будет защищаться, если я хожу слон f5. То есть важно еще и искать защиту за соперника, не только за себя выигрыш. Какие у него есть ходы? Я хочу слон e4 и провести свою пешку. Так, что ему делать? Пока вообще не видно, что ему делать. Не вижу вообще пока ни одной защитной идеи. Наверное, надо лучше подумать, раз не вижу. Вон f5. Ну еще какая-то идея была слона, что ли, перевести? А, ну вот я теперь нашла защитную идею, вот. Теперь у него идея какая, во. Но от нее же я легко защищусь. То есть слон f5, я вот что думаю, он может так пойдет или так. Я слон e4. Бить нельзя, там мне пешка проходит первая, да? Слушайте, там, по-моему, идея-то красивая. Слон f5. Я, допустим, сюда, не знаю куда, или сюда. Я слон e4. Я думаю, что такой ход есть с этой, но с этой стороны он ничего не успеет. Я там же закрою слоном. Поэтому, ладно, так. Так, я хожу сюда. Он меняет слона. Я беру пешкой. То есть, вот представьте, у меня вот здесь пешка. У него слонов нет. У нас, точнее.
И смотрите, какая у него идея. Какой-то... Это из партии, правда, не этюд. Я двигаю, он двигает. Он двигает. А, у меня через А1 есть тогда. Через А1 я могу эту пешку его задержать. Ну, там шахи еще, конечно, надо тоже смотреть. Шахи. Так, ну что, я через А1 задерживаю же пешку. У него же нет никаких ходов слоном там. На G1 он же не попадет слоном. И слон C3 не успеет. Ну, как-то так тогда получается. Слон G4 я почему не смотрю? Потому что слон F5, как бы мне кажется, немножко лучше в том плане, что я слон E4 именно буду менять. Пока не вижу разницы. Нет, слон G4 я чувствую, что неверно. Там E4 есть ход. Я не могу проводить ферзя, потому что он берет. Нет, это неверно. Это прям ощущение уже. Слон F5 надо ходить. Ну ладно, хожу. Я, конечно, еще слон H3 могу включить ход. Я тоже еще не поняла до конца разницу. А, подождите. Ну вот все сейчас... Все, вот сейчас идея-то пришла за него. Так, не все так просто. На слон F5 он пойдет H3 вообще-то. Я думаю, что? Что я возьму, он возьмет, и я проведу ферзя. Но извините, там слон G4 шах. Моему королю его пешка Е просто проходит. Все понятно теперь. Хорошо, давайте считать. Слон F5, H3. Что будет, если я продолжаю свою идею? Слон E4. Он берет. Я беру. Он H2. Я ставлю ферзя, и мы ставим ферзи одновременно. Но мой ход. Если мой ход, я могу атаковать его короля. Только как? Этот слон-то не работает. То есть шах-то я дам, но шах. Король на G6 же пойдет. Так что не все так просто. На любой ход слон F5 он ходит H3. И на слон E4 он берет, я беру, и он H2. Так. Есть нюанс кое-какой. А, вот-вот-вот. Мне надо хитрее все делать. Давайте так. Он H3. Слон C7 есть ход. Чтобы на H2 побить шахом. И уничтожить эту пешку, что немаловажно. Вот эта идея важная. Слон F5. Ой, слон C7. Выглядит так. Слушайте, ну слон F5 тогда хожу. Боюсь ошибиться, но как бы все это логично. Нет. Вот, H3. Слон C7 ключевой ход, похоже, в этом варианте. Потому что, еще раз повторюсь, на этот ход он берет и пешку проводит. А слон H3 я не могу, потому что он просто слон H3 побьет. А точно ли не могу, кстати? Слон H3, слон H3, на А8, слон G4. Ну окей, а если так, так, король F3? Не, король F3 тоже не вариант. Может шах дать и потом пешку Е2 провести. Нет, ладно, не надо. Слон C7. Ключевой ход, похоже. На H2, слон E5. Слон C7, и самое важное, что я шахом беру. Вот здесь, допустим. Так, пешку АТ. А, подождите, шахом беру. Так, так. Теперь у меня, кстати, слон H3, может, ход есть. Не, нету. Ладно, шах, король сюда. На слон E4, на А7 берет. На А7 не хотел отдавать. А на слон H3. Слон H3 там включение. Да, там слон H3 есть включение. Слон H3, слон H3 я там могу провести, потому что на слон G4 я ухожу, и на E2 я сюда хожу. Не проводит он эту пешку. Так, ладно, слон C7 надо ходить. Правильно, ура! Да, голова-то работает. Красиво! Все-таки не поленился, досчитала. Вот в чем суть. Так, допустим, ходит куда-то, и слон H3 я теперь могу. Я же отвлекла этого слона с B4. И теперь, когда он берет, я провожу, и на шах я сюда просто. А, я еще шахом провела. Ну ладно, сейчас король F7 поставлю, чтобы шахом не было. Подождите.
Ну, тут же 6 можно включить, даже вот это можно, даже взять можно. Я к чему? К тому, что вот здесь слон g4-то не проходит, слон-то тут не стоит, e2, e1 нету, а на это ход так просто. Вот. Ну, есть нюансы, в общем. 12 пунктов дали. 818 рейтинг. К сожалению. Ну, 2 неправильно решила. Окей, следующее. Пешечный эшбель. Ой. Заставляет думать. Хотелось так это спокойненько, не напрягаясь, посчитать вариантики. Сейчас придется вот подумать хорошо. Так, ладно. Без лени считаем варианты. Окей. Думаем. Куда чего двигать. Так, напрашивается. Что напрашивается? Ну, он будет туда-сюда ходить, понятное дело. Король А3, король А4. Какую пешку двинуть? Ну, король D5 я не смотрю. Он как пешки А2 побежит. Если я сюда... Мне надо с этими пешками решить, какую мне двигать. Ну, пока логичным выглядит двигать пешку H. А, на этот ход, кстати, H4 прорыв. И я могу проиграть, да? Ну, хотя так-так. Не, так нельзя. На F4, H4 прорыв какой-то. Так, если я H4 хожу, он должен или бить, или F6. Допустим, берет. Как он будет стоять? Король А5, что ли? Король А3, может. Ну, король А3, король B5, думаю. Так. Ну да, так вроде это. Хорошо. Берет король А5. F4. Так, мне надо максимально пешку додвинуть куда-нибудь туда. Почему? Потому что когда, допустим, он так стоит, я к этим бегу, он к этой идет. Все равно не успеваю, да, там? Я имею в виду, когда я до этой добегу, мне быстрее пешка F пройдет, но... Не, по-моему, не успею. Так. Стоит. Так, ну даже вот так, ладно, двигаю, он стоит. Что делать? F5, допустим, он стоит. F6, допустим, он стоит. И ничего нету, да? Король D5, он еще бежит. Так, не вариант, ладно. Так. Король А5. F4, король А4. Е5. Е5, Д5 еще есть какая-то. Даже если возьмет, что там. Не получается. Так. Король А5. Он, в общем, стоит на этих полях. Королем. Я что делаю? Ну, туда идти мне далеко. Я должна и эту съесть. Он за это время уже съест пешку. Не, вперед-то надо, но надо к этому еще подготовиться, как бы. Вот в чем дело. То есть надо к этому еще подготовиться. Вопрос в том, какие пешки куда надвинуть, чтобы подготовиться. Ну, сразу бесполезно, он сюда просто. Я беру, но он видно, что он уже все, у него пешка прошла. Я, конечно, всегда назад могу вернуться, но он тоже вернется назад. Как бы. То есть, так-то, если он сюда пойдет, я через b5, и все окей, потому что это он не может съесть сюда. То есть, при короле c4 я этот ход не боюсь. Но он как бы будет, значит, через поле опять стоять.
Он будет через поле опять стоять. Я f4, он на h4 просто, допустим, пошел. На f5 уже f6 даже может сыграть. Поэтому на e5, d5. А, нет, на e5 он d5 не может, извините. d5 я беру, и когда король а3, я возвращаюсь. Как раз он не может. Так, окей, значит, позиция у меня пешки так-так. У него король вот здесь. Я хожу e5, он берет, я беру, и он ходит на a5. Что мне это дало, что я пешку до e5 додвинул? Мне что-то дало это? А, у меня же такой же есть план, король c5, точно. Я додвинул пешку до e5, и у меня есть ход король c5. И на ход король a4 у меня есть ход король b6 вообще-то. Теперь он должен b3, видимо. Я беру-беру. Так. И вот сейчас будет понятно, правильно я надвигала? Я король c5, он король c3, а король d5, он король d3. Не, опять не успеваю. e6 он же берет, и в моей пешке h4. Окей, значит, e5 беру-беру. Король a5, король c5, король a4, король b6. b3 взяли-взяли. Король c5, король c3. Король c5. Так, сейчас. Мысль есть. Король b5, b3. Взяли-взяли. Король c5, король c3, король d5, король d3. Не, опять не успела. Так. Там я вообще чуть ли не проигрываю, по-моему. Ну, F4 меня H4 смущает, я не знаю. Прорыв же. Нету прорыва-то. Так, подождите. Король B6. Что там? Король. Там B3 есть ход. B3 беру-беру. Король C5, король C3, король D5, король D3. Я ничего не успела. А, еще король C5, король C3. Я король D6 не успеваю. Что-то у меня как-то не срастается на один ход у меня. Не работает. Может, король c6 я пойду? Король c6 я пойду на король a5. Ну, король a4 тогда. А, на король a4 я пойду, король c6. Во! b3, а b, король b3, король d7 я успеваю. Нет, тоже не успел, по-моему, один ход. Сейчас надо считать. b3 взял, король d7, король c4. Так, e6 взял, сюда. Ну там ничья. f4. f4 на h4, вы что делаете? Неинтересно. Ну так хорошо, конечно, но пешка-то не пройдет, нет? Король А4 был ход. Сейчас надо считать. F4, H4, GH беру, H5, F3. Король сюда, что ли? Что по ходам-то получается? H5, сюда, король D3, сюда, H6. А, я по ходам, что ли, не успеваю? H7. А, я по ходам не успеваю. Король D3, да? Король c5 нету в поле у меня. На c6 может? А, может быть при пешках на c6 пойти. А, ну может быть, кстати, так. d6 не менять, да? Хорошая мысль, кстати. Через d5 пройти на поле... Через d5 пройти на поле c6. Так может быть? Так. Так и так, да? И на этот ход так. Может быть, действительно, потом король отсюда идет.
Если первый ход найдешь. Ну, я не знаю, ладно, я H4 пойду. F4 мне не нравится. Может, он и проходит, но что-то я не верю. Хотя не знаю я. Нет, я думаю, что H4. Ладно, все, хожу H4, давайте. Ну, ошибусь, ошибусь. Дальше будем думать. Нет, все правильно, подождите. Король, идея вот ключевая, все уже стало понятно. Идея, не меняя пешку d6, пройти королем на c6 и создать позицию цугцванга. Вот теперь все стало понятно более-менее. Так, ну тут он пошел f6. Стойте. Стойте, стойте. f4, наверное, надо, да, или как? Вот сейчас надо подумать. Потому что это варианты же мы вообще не смотрели. На король d5 он король сюда пойдет. Мне все равно придется возвращаться. Поэтому, кроме как хода f4, у меня, в принципе, ничего другого нет. Бить я не буду ни в коем случае, да, им проходную отдаленную создавать. Так. Ну да, f4 ходим. Боюсь. Да, не надо бояться, не надо бояться. Так. И вот это ключевая позиция. Смотрим. Идея. Теперь мы ходим F5, я думаю, да? Давайте сначала F5 читать. Не факт, что мы так ходим. Смотрим. Суть в чем? Что если он идет королем сюда, я иду король B5. И когда он берет у меня пешку, я беру эту, и я к этим пешкам ближе. Я просто подойду и съем, да? Да, съедаю, и он там бежит, я уже Е5. Все, это выиграно. Хорошо. Я хожу F5. В чем суть? На этот ход я так. А на этот ход вот у меня какой проход-то есть же королем. Вытеснить его. То есть я хожу F5. Он ходит король A5. Я король D5. Правильно? Правильно. Он сюда. Ну, во-первых, король D6 надо посчитать. Король D6. Король D6, я боюсь, не успею, да, опять? Я же считал этот вариант уже. Король A3. Е5. А, нет, я успеваю же. А чё, почему я не хотела так сразу? Ну да, F5 и все, тут можно не считать уже, действительно. Ну, главное, король B5 сейчас пойти и все. Так, и что это такое? Что-то имеет значение, что ли, какое-то? Или это просто он поэтому по приколу так сходил, я что-то не поняла. Так, что ли? Ну, я не понимаю вообще. Или мне так надо? Да не, ну, наверное, как угодно я могу. А, не, извините, как угодно я не могу. Так тогда, что ли? Подождите, меня смутил этим ходом король Б1, я вообще ничего не понимаю. Так. Тогда он эту съест. Ладно, читаем. Вариант. Ну, так я могу. Так, правда, за мной идет. Я так. Допустим, я съел, он съел. Я король Е6. Он король F3. Я сюда, он сюда. Я ушла. Он берет. О, что это вообще? Не, ну надо плечом, но он идет за мной. Что дальше-то я буду? Король c3. Король c1. Я пока даже не поняла, на b2 была бы какая разница там. Король c3, король c1, король d4. Король c3, король c1, король d4, король d2. К той же ситуации сводится. Какие верхние пешки съесть?
F6 мне предлагает. Ну вот к D6 я к верхней пешке не успеваю. Все так, думаете, просто? Он же на F5 там атакует. Съесть на... А, съесть на F6 здесь, что ли? На E4 же успевает. Ничего я не поняла, короче. Он на E4 же успевает. Что там по ходам-то опять? Ну, типа, мой шах. А, я потом ферзь F4 шах и размениваю ферзей. Так, что ли? Ну, это какая-то жесть, по-моему, нет? Сразу к F6. Или через C4 к F6. Ну, там получается, что мы одновременно ферзей проводим. Я король E6, да, у него на E4 мы двигаем. Король B5, король C2, король C6, король D3. Нет, это не вариант. Ладно, как ходить-то? C4, что ли, в итоге? Или на C3? Не понимаю. Разницы, я вообще не понимаю разницы. Мне кажется, разницы нет. Он все равно сзади идет, снизу. Короче, на C4 иду. Все. Ферзь F4. Я там, так понимаю, там потом ферзь F4, король D3, ферзь D6 в конце варианта. Берем, король F5. Ну, там король Е2. Опять какой-то бред. Ничего не понятно, ладно. Ладно, король С4 я хожу, все. Отлично. Продвинулись на ход вперед. Так, ну, вот смотрите, вы все пишете, молодцы, конечно, но кто-то может мне конкретный вариант написать? Вот, смотрите, окей, я по вашему варианту, если пойду. Все сводится к тому, что у нас пешки проходят одновременно. Куда мне королем идти? Я должна на G5, что ли, королем? D4, F6, D3, F7, D2, ферзь. А, и теперь я ферзь F4 хожу, или ферзь F5, да? И меняю ферзей, так что ли? Ну, типа того, да, и потом забираю эту. Ну, понятно тогда, понятно. Ну, это жесть какая-то. Да, суть в том, что я иду типа на линию G, и все сводится к тому, что мы ферзей проводим одновременно, я у нее пешки забираю. Да, оттесняю, и потом беру наш H5. Вот так, короче, все было. Очень просто и доступно, да? Да, ну ладно. Если пешеные шпиля, конечно... Мозги взрывают периодически. Еще один. Они знают, да, что меня сегодня это порадовать. Решили мне еще один подкинуть. Супер. Так, подкинули еще один. Ну ладно. Что делать? F5, что ли, ходить? Нет, F5... Не то, да, наверное? Как мне ходить? Ну, мне надо ничего, наверное, делать. Выиграть-то как я тут выиграю? Не, выиграть я тут не рискую. Я рискую только ничью сделать, если получится, да? Правильно или нет? Может быть, и неправильно. Так, ладно, как мне стоять? Король c4 я могу стоять. Что еще могу делать? f5. Ну вот f5, может быть. f5. Король идет. f5. Треугольник, а куда? Я королем никуда сюда не могу вообще. Выигрыш? А пешка не проходит? Как я должна? F5 надо считать. Ну надо. Я надеюсь, что кто-то из вас посчитает. Ой, придется мне, что ли? Пишет, тут вроде всегда надо выигрывать. Нет? Не знаю. Ну, в этой позиции, а как выиграть-то? Мне кажется, как бы не проиграть в этой позиции. Е5, ну, не работает, что там. Он же съедает просто и все.
Не, ну тут бы как не проиграть для начала. И в пять ходим. Ладно, надо считать. Ну, раз надо, будем что делать. Неохота. Так, король G5. Я беру, он берет. Если там сначала. Если там. Потому что он там не обязан бить. Он может в другом месте. Он может в другую пешку. Я иду к этой, он берет. Я иду к этой, он идет. Я иду, и все вроде ничего, да? Я еще первую провожу. Все у меня отлично. Ладно, F5, он сюда может пойти. Я беру, он берет. А, так может быть я эту просто беру? Что там? Не, если я тут и беру, я как раз ничего не успеваю. F5 сюда. Я беру, он берет. Если я эту беру, он сюда идет. Он берет. Ну, F4, я вижу, что там ничья у меня есть. Может быть, надо порадоваться этому, нет? Ну, народ говорит, что надо выиграть. Как надо выиграть, если мысли как бы не проиграть? Я вот это не понимаю. Как тогда выиграть-то? Выигрыш вообще даже не светит, даже близко нигде, по-моему. Ну не, ладно. Выиграть нереально в тут позиции. Ну, F5 надо ходить и ничего делать, видимо. Не знаю, может, какой-нибудь ход. Ладно, нет. Выхода не на. Ладно, пробую F5, но не уверена я. Тем временем Сергей поддержал. Спасибо Сергею. 196, интересная цифра. Что она значит? Было бы неплохо знать. F5, король F3, битая ничья? Да, битая, но я и думаю, что ничью как бы сделать, нет? Ну как выигрывать-то? Просто на выигрыш играть я не вижу вообще ни одной идеи. Если вы видите, конечно, можете сказать, но я лично не вижу. Как бы не проиграть, я об этом думаю вообще-то. Потому что он же двигает пешки-то. Какая красивая идея есть! Жесть! Король F2! Неужели так? Бред какой-то. И D5, E5 мат. Вот эта идея! Вообще жесть! Король E2 выигрывает мат просто там! E4, Подождите. Как это получалось? Это только если D5 мат. Не, ну это бред какой-то вообще сумасшедшего. И что там? Это можно так выиграть, что ли? Так, это просто бред сумасшедшего. Ну там же Е5 еще. Нет, слушайте, меня сейчас это... Король С3 уже. Предложение. Ничего не... Ну король С3, король F3. Что дальше? Что? Подождите, король Е2 мне зацепила идея в плане того, что там... Матовая идея какая-то нарисовалась. Только он D5 не пойдет, он пойдет E5. Такая-то сумасшедшая идея. Так, могу я это провернуть? Не могу. Король C3, не понимаю. Король C3, что? Хожу я как-нибудь. Как хожу? Король E4, что ли? Король E4 хожу, к примеру. Что там будет? Или король F3. В чем суть-то? Е4, проблема в том, что Е5 потом еще. Так, па-па-па-па-пам. Король D3, D5. Мне какая-то матовая идея нарисовалась, но она не проходит из-за того, что он Е5 проводит.
На король Е2, Е4 ход. На король Д3, Д5. И на Е5 король Ф3, да, есть ход? Ходим Ж5. Вообще позиция была вот такая. Пойти Ж5 предлагается. Чтобы отнять поле F4, что ли? Король C3, король F3, G5. Все равно не понимаю. Король c4, g5, да? Ну, на c3, да, что-то мне не нравится c3 король. Все равно g5, король e4. И потом король c3, да, в какой-то момент, что ли? Ладно, не знаю, как ходить. Давайте любой ход. Король с королем надо идти вниз, на c, да, на c3 или на c4. В чем разница? Не понятно. Или понятно? Или непонятно? Опять у него пешка там проходит. Ну, на этот ход так. И что будет? Треугольник, что ли? Треугольник король c3? Нет, наверное, что там? Вариант Валентина. Король Е2. Ну, король Е4. Король Е2. Что на Е4-то? Я думаю, что я там мат ставлю, обрадовалась. Идея с Е5 матовая, но она не срабатывает. Он Д5 не обязан ходить, он Е5 пойдет. Ладно. Пробуем. Уже лучше уже не придумать, когда уже тут это... Замылился. Замылился глаз уже. Сюда пробуем, да? Ты не знаю, что-то мне не нравится. Ладно, все равно. Не, правильно. Сейчас вот король Е4 только разберемся потом, что там было. Не могла я посчитать. Ж4 он пошел. Так, ну, Ж4, ладно, что тут. Надеюсь. Что дело за малым, только за каким малым дело. Король d3 теперь, что ли? А, может быть, теперь король d3, кстати. Король d3 берет. Если hg. Король d3 берет. Король f3 становится, да? Я f5, он король f2. Нет. Нельзя было. Да, будет G5, но я там до конца-то не досчитала. Вы досчитали, что ли, там до конца вариант? Не знаю. Вопрос там был еще один. Ну ладно, сейчас эту надо сначала. Так, брать, не брать. Король D3 надо. Ну, король D3 он берет, я беру, он король F3 оппозицию. Что-то мне дает-то. Вообще ничего не дает. Беру-беру, оппозицию ставит. На F4. Король. На F5, король F4 просто. Так, если я беру, берет, король d3, король f4. В такой ситуации.
Король d5. Бьет, бьет. Дальше что? Король, королем. Короче, он на все ходы вот так ходит. Бьет, бьет, ходит так. Король f3. Король f3, e5, да? Что это? Выигрывать беру. А, и королем, что ли, взять? Нет, ну опять бред какой-то. И пешка Е5, да ЕФЕ, да, получается. И потом что? Он должен ходить назад, я король Е4 и к этой, что ли, иду? Ничего. Или король Д3, да, там? Тоже не получается, по-моему. Король d5, сиди e5, пишет. Ой. G5-то тут аж. Не могу я так. Не тот случай. Не работает король d5, e5, идея не работает. Король d5, бьет, бьет, король f3, e5, бьет, бьет. Король d5. Бьем, бьем. Король f3. Помимо хода e5, ходов других нет. Ну, взять король d3, а дальше что? Король f4 стоит он. А, на король f4 король e2, да? Ну нет, король e2 же e5 есть. e4 точнее. Пешку d будет вести. Так. Бить или не бить? Король d3, король f3 все время выставляет. А, то подождите, что-то я не поняла. Беру, берем, король сюда. Король f3, да? Да, король f3. Король f3. Да где Сусванка? Он если к пешке g6 бежит. Да ефе. Хорошо, я король g3 хожу. Не, подождите, нет, на дефе ходил король е2. Дальше вы как хотите. На король е4 я пойду король е2. Это. Как его? Оппозиция. Вы как хотите-то? Может, там какие-то поля соответствия надо смотреть? Но я чуть не вижу, как. Король Е4, король Е2. Король F5, король F3. Оппозиция.
Е4, король сюда идет просто. А тогда я на С4, да? А, может быть, Е4 потом, и на король G3, а король С4 иду? На король F4, король D3 успеваю, да? Король G5, беру, он берет. Ну да, там у меня пешка как раз прошла. А, так может быть так, да? Вот это может быть. Е4, я королем отсюда иду. Так, вот это уже мысль. Хоть какая-то. Так, ну что, ну король D5 тогда. Друга просто уже нет. Ну, уже все перебрали мы. Ладно, хожу. Да, вот Елизавета правильную мысль подкинула. Ну, мы до этого доходили. Да, и теперь Е4. Поля соответствия похожи, да? Или, подождите, в этой позиции он королем отошел? На F2 Е4 мы ходили. И на этот ход мы так вытесняли. А на этот ход я отсюда успевала заходить. А на король Е2 что меняется, если я сейчас так? Тут поля соответствия на самом деле. Так. Да, я могу сюда, во. И на этот ход я сюда могу. Значит, Е4 все равно надо ходить. Или, может быть, здесь король Е4 все-таки правильно? Так. 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 Нет. Не-не-не, ладно. Е4, значит, выигрывает. Е4, а если с этой стороны он идет? Так. Так. Не, подождите, подождите. Так. На король F2 Е4 выигрывал, потому что я с этой стороны хотел пройти. Теперь, если так, так. Поля соответствия тут. Король Е5, король C3, король F5, король D4. Король Е4. Король F2, к примеру. А, так, сейчас, секунду. Король на Е4, король сюда. Сюда, шах, сюда, сюда. А, слушайте, вот так похож. Король Е4, король F2, я сюда. Он король F3, я шах, он сюда, я король Е5. Он сюда, я отсюда. Он сюда, я сюда. Я успеваю отсюда. Похоже так, слушайте, но это вообще, конечно, уже. Ничего я не пропустила там. Отсюда, если пойдет. Ну да, там я к пешке аж иду. Так, король Е4, похоже. Король Е4, король F2, король сюда. Король G3, Е4. Король H3. Сюда, сюда. Не, опять не успеваю. Король H3 же встанет. Я король Е5, а он король G3. Ну ладно, надо считать. Е4, король D2. Вот это остается. Так, так. Ну я далеко вообще. Вообще не там. Могу дальнюю оппозицию занять. Да, наверное, так может быть. Дальнюю оппозицию займу. На этот ход оттесню. Во. Во-во-во-во-во. Мысль. Оттесню. Если сюда, по диагонали оппозицию. И вытесняю его. Во, это правильно. Так, ну все, дальняя позиция выигрывает, похоже. В этой позиции. Давайте Е4 хожу. Плохой ход, супер. Король Е4 в итоге был правильный, да? Ну все, ладно, у меня уже голова заболела. Король Е4 выиграл. Окей, давайте. Вот до этого момента я дошла. Ну, этот момент я посчитала усилиями воли, что король обходит. И у меня остался вот этот момент. Что я не посчитала? Король Е5.
Я до этого и дошла. А, смотрите, вот что я не посчитала. То есть вот такой ход выигрывает только. И здесь треугольник был. Да! Это было жестко. Ну, уже до конца досчитала почти. И треугольник последний не нашла. Здесь выиграл треугольник. Вот. Не увидела. Так, и так, и так. Последний треугольник надо было найти, и победа. Ну, надо было просто считать уже. Голова скипела слегка. Ладно, следующую. Все, Миттельшпиль. Спешный Миттельшпиль. Я надеюсь, на сегодня хватит уже. Потому что голова уже заболела. Все. Это прям вот глаз радует меня сейчас позиция. Так, ну что тут? G6. Вот это ходы, я понимаю. Короче, треугольник последний не нашла. Да, последний ход неправильно запороли. 16 пунктиков сняли. Так, ну ладно, G6. Что-то мне после этой задачи, видимо, дали самую простую, чтобы я сильно не это. Хотя G6 у меня фигуры как не было, так и нет. У меня-то фигуры нет тут. Ну уж очень хочется так пойти, я не знаю, что еще лучше может быть. Ладно, хожу я G6, думать не хочу, голова у меня заболит уже. По крайней мере, в этой позиции я думаю, что так точно. Отлично, неправильно. Ферзь H5. В чем G6 минус? Конь G5 есть ход. А если я так? Король G7, да? А, ну и на этот ход... На этот ход ладья H8. Эх, все, у меня прошлая задача добила слегка, я уже это... Давайте еще парочку и поиграю лучше. Голова вскипела, честно говоря, с этим пешным эндшпилем. Тут говорит, пешный эндшпиль простой. Ну, не знаю, постоянно тут поля соответствуют, треугольники всякие разные там. Надо думать, надо. Ладно, ходим. Сейчас вот тут что-нибудь придумаем хорошее, ничего. Шах есть, шаха нет. Ну, есть ход ладья Е1. Или ферзь Е1 как угроза. Я могу напасть. Он уйдет. Не вариант. Ладно, ладья G2 жертва не проходит вроде пока. Ладья G2 вроде не проходит. Ну, это все так. Вроде это не ответ. В такой позиции, поэтому надо все-таки посчитать. Ладья G2 берет. Ферзь E4, ладья F3 есть ход. Да, и если что, в угол убежит. Так, значит, он хочет ладья E1 или ферзь E1. Вот что он хочет. У меня вся игра с пунктом G2 связана. Какие есть ходы? Взятие на G2. На этот ход. Может, король H1, да, пойти же просто? Ну да, этот ход не надо смотреть. Ладья G2 все-таки еще раз. Ладья G2, король G2. Ладья G7, король в угол. Мат не поставлю. Ладья G2, король G2, ферзь E4, ладья F3. Да, король все время в угол уходит. Если он уходит, то ничего хорошего. Так, взятие на F2 я не смотрю вообще. А хотя, может... Мне надо посмотреть. Ну нет, там ферзь d2 есть, что защитит. А, я могу еще так. Но так я не могу, он свяжет мою ферзя. А если я меняю и беру и так, тогда он благополучно ходит ферзь d2, да?
И защищается. Так, шах еще могу дать какой-то. Ну, шах, ладно. Закроется. Не, ну, ферзя я не могу уводить, потому что ни одной угрозы у меня не будет вообще. То есть мне нельзя уводить ферзя. Ферзь мне угрозу создает. Связывает ладью тоже. Так. Ладья F8. Ладья E1. Кидает. Не могу я ходить без шаха тут, без ладьи. Ну, ладья E1 грозит. Надо же к этому заранее готовиться. Ладей на эндшпиль, да, этот пешеный эндшпиль меня вывел. Тебя. Попытаюсь я что-нибудь сейчас сообразить все-таки. Так. Сейчас надо понять просто. Ладья G7, а если король H1, отойду. Что дальше? Борис говорит, я не вижу простых вещей. На король H1 как хочется-то. Что же мне делать? Я не вижу простых вещей. Только после короля H7 нету хода, да? Король H1. Скажите ей. Скажите ей кто-нибудь! Давайте, ходите! Чё вы там? Вот у Саши отличный вариант, мне нравится. Напрямую надо поймать просто. О, ладья F2. Вот, ладья B8. Ладья F2, ладья B8. Выигрывает, да, наверное? Вот это я не видел, кстати. Сильно, сильно. Сергей правильно написал. Ладья F2, ладья B8. На G3 ладья B2 просто, да? От ладья B1 защититься не будет. Да, Сергей. Красавчик. Все правильно написал. Ладья F2 и ладья B8 выиграть. Не видела. Все, супер. Ну что там, Борис? Как там на король H1-то вы выигрывали? Напишите. А то мне они сказали, чтобы я ладья G7 ходила, но что-то выигрыш не нашли мы. Так, ладно, еще одна и все. Еще одну и блиц немножко. Вскипели после... Пешечный эндшпиль просто этот дурацкий попался. Столько пришлось там мучиться. И то последний ход, но вот ошиблась, не досчитала на одну эту. Ну нет, слава богу, не только эндшпили.
Слава Богу. Тут возьму, что ли? Что будет, если я возьму? Тут он может взять. Там что, шах? На f7 не висит, ладья провисает. Так, у меня нету фигуры, честно говоря. У меня нет фигуры, по правде говоря, да? Даже так. Ладно, беру, он берет вот здесь что. Есть шахи, он уйдет. Есть просто ладья c8 ход. На ладья c8 он пойдет ферзь e6 тогда и защитит, да? Ладно, допустим, беру, он берет, я шах, он сюда. Я могу еще шах. Что мне эти шахи-то дают? Единственное, я могу попробовать ладью сейчас на первую, да, у меня идея. А, ну там ладья c8, b4 у меня появится какая-то тоже идея. Ладья c1 выскочить там. Да. Можно так ходить? Или может сразу ладья b4 и ладья... А, или ладья c8, b4 же есть. Ну, кстати, через c1 я же там буду угрожать, да? Ладно, f2 брать надо, что тут? Так, вот здесь b4 или ладья c8 сначала? По логике вещей, наверное, ладья c8 я должна пойти. А, на ладья c8 он может ферзь f3 сыграть. Кстати. То есть еще я могу шахнуть в промежутке. И еще тут шахнуть. На g3 закроется. Ферзь f2, ферзь g2, да? Так, могу тогда b4, наверное, надо начать. b4, сюда, ладья c8. То есть моя идея на c1 ворваться, успеть. Пока у нее фигуры раз это разобщены. Ошибка. Ладья c8 сначала, что ли? Ладья c8 мне тоже не... Ой, ладно. И не шах. Опять что-то не вижу. Ферзь b2, что ли, даже просто. Наверное, ферзь b2 просто уже. Все, пора играть. И не ферзь b2. Методом перебора тут нормально так. Ну, какой ход остается? Я не знаю. Ладья d8 какой-нибудь тогда остается ход. Ладья c8 нет. Шах нет. Ладья d8 ставится ход, другого и нету. И не ладья d8. Отлично вообще. Ни шах, ни на b2, ни b4, ни ладья c8, ни ладья d8. Это волшебный ход. Ладья d8 нет. Капец, ладья 7. Кстати, ладья 7 выигрывает. Ладья 7 выигрывает. Черт! Какая идея прикольная. Не заметила. Суть в том, что когда берет, он вынужден слоном отходить. У меня ладья выезжает на f1. Как красиво, а? Ладья 7 просто выигрывает. Ну ладно, уже тяжко. Так, ну что? За это мне 3 пункта только сняли, кстати. Ну нет, я не хочу уходить на плохой. Вот этот... После этого эндшпиля у меня 3 неправильных. Все, мне уже это... Поэтому я хочу эту задачу все-таки еще одну решить, прежде чем сыграть партийку. Попробую, по крайней мере. Так, мы кучу всего отдали. Поэтому радоваться нельзя. Не, мы ладью отдали. То есть, если мы много фигур отдадим и съедим ферзя, нам от этого легче не будет, да?
Поэтому всякие ходы типа конь d2 и ладья f1 это ничего еще не значит абсолютно. Потому что отдали мы много до этого. Какие есть мысли? Ну, то есть конь d2, король e1, он просто убежит. Можем, конечно, ходы повторить, ну ладно. Так. Ладьи нет. Чистый. По пешкам? Две пешки. А, ну две пешки за ладью хотя бы. Как здесь? Так. Конь Т4 есть ход. Конь Д4, кстати, хороший ход, наверное. Конь Д4, ладья закрываться не будет, не может, будет мат. Конь Д4, если слон Ф4. Ферзь H1. Король F2. Ферзь F3 шах. Есть ферзь H2 шах. Там вечный шах тоже только. А, нет, подождите. Ферзь H2 хожу. Не ферзь F3, ферзь H2. Сюда не может конь F3, ферзь H1 мат. Он должен сюда уходить. А, ну тогда я беру конь E2, и на ферзь E2, ферзь H1, и ладья падает. Во. То есть конь D4, похоже, выигрывает. А если он сюда ходит... Ну, конь F3 могу вернуться к этому... К тому, что было, как бы. Вернусь я к тому, что было. Король в угол уйдет. Король, если в угол уйдет, что там? Конь F3, король. Да, конь d4 уничтожить пешку всяко хорошо, потому что эта диагональ откроется там при случае. То есть я могу конь d4, он сюда, я возвращаюсь на f3. Да, суть в чем, смотрите. Если он на f1, я могу конь h2. А, конь h2, король g1 тоже, да, пойдет пока. На e1 не сходит. Не, конь d4, мне кажется, вначале надо ходить. На король g1, на f3 шах, там на h1, а, на h1, кстати, не может, я же ладью захожу. Ладно, конь d4, не, все, неправильно, все, задачи хватит на сегодня, уже голова не соображает. Сразу, что ли, конь h2 и... Сразу конь h2, что ли, и... На король g1. Не знаю, кстати, на король g1 что там. Не знаю я, короче, как. Еще конь e5. Ну, конь e5 на g1. Есть ход ладья f5 еще, кстати. Ладно. Конь g5. Окей. Конь g5. Ну, на этот ход-то через h1, да, мы идем? И чё? Нет, неправильно.
Ладья F1 выиграл. А, слушайте, ладья F1 мат. Ну, я не вижу уже. Сори. Такой мат был. Красиво. Ладья F1 сразу. А на король G1 что получается? На король G1 единственный ход, который выиграет, ладья F5. Да, ну ладно. Понятно, понятно. Неплохо, неплохо. Hello, knight h2. Knight g5 was correct. Нехило так. Ладья f5 единственный ход, который выигрывает. И потом я типа конь h3, ладья h5, да, выигрываю. Тихий ход нападения просто. Короче, ладно, все, у меня уже голова заболела. На сегодня заканчиваем, потом спокойненько еще порешаю. Как-нибудь что-то тяжко идет. Ну, красиво, красиво, конечно. Тихий ход в атаке еще. Так, все. Короче, сегодня не очень удачно получилось с задачками. Все время и все нервы отнял пешечный эндшпиль, который был почти что решен, но не совсем из-за последнего неверного хода, да, и который все-таки я сделала. К сожалению, моему. Так, ну теперь я готова партийку сыгрануть после такого мозгового штурма. Все, уже у меня это готовность номер один. Ну, я обычно, знаете, как эти задачи решаю? Я одно решу так вот, спокойно, когда у меня время есть, когда я не тороплюсь. Потому что я знаю, что если я буду торопиться, да, нашлепаю и неправильно зачем. Я спокойненько, когда у меня есть время, решу задачку. Потом там что-то у меня какие-нибудь дела, потом еще раз так. Вот я по-спокойному стараюсь сериями не решать в ограниченное время. То есть, чтобы была концентрация максимальная. Вот. Тут что-то никто не играет, кстати. Да, не раскачивают тактику, потому что тут надо считать, это не пазл, что он там, я туда, сюда, там, за одну секунду все решаешь. Не знаю, если никто не это, можно ческом пойти сыгрануть. Мне кажется, не ошибка будет. Ну вот нет, это я не буду играть, даже не буду пытаться. Смешно там, только зарегистрировался 2700. Ладно, давайте на этот пошла. В пулю? Не, в пулю я не хочу. Пойду я на ческоме лучше сыграю партиечек пару. Так, мне надо что там, переименовать, чтобы мне не забанили там. Так, пока уберу вот этот значок. Пошла на ческом, там сыграю. Там мне хоть с ротинговыми будет соперники. Со званиями будут по-любому. Так, 2583. Ну, вот, может, 2600 набью при удачном раскладе. Не знаю, сколько партий сыграю. Сейчас посмотрю, как мне пойдет. Опять тоже без этого, без звания, без рейтинга. Ой, без звания. Ну ладно, давно зарегистрировался, значит нормально. Не будем. Такой вот вариант. Есть. Так. Так, конь А4, конь Д7 пока защитится. Давайте так. Идея конь Ж5 у меня. У нас он Ж5, слон Б7. Размен такой произвести. Грозит мат. На Ж2 бить не может. Преимущество двух слонов получу. И это очень слабое. Назад просто вернулась. Хорошая должна быть операция. Так, сейчас пешмачок, да, съем. Так, уже выиграю пешку.
Он c5 потом. Так, ну бить не будет. А, кстати, он ничего другого не может. Он должен так. У нас вон c6 что? Сюда. Связка. Ну, качество съедаю. Чистое. Разнос. Ну, после всех этих штурмов мозговых тут неудивительно, что им такой разнос устроило. Парнишки. Так, ну надо доиграть как бы тут. Без приключений. Так. Так. Доиграть надо без приключений, главное. Так, ладно, пошла. Блин, пешку уже отдал, подождите. Я думал, ладья 1, ферзь b3. Что-то не нравится, что я, зачем я пешку-то отдала. Так, ладно, меняемся. На одном фланге пешки, еще и разноцвет. А ладья b1 не могу. Расслабилась на минуточку. Плохой знак. Так, ладно. Плохой знак. Так, время минута отстаю. Позиция-то выигранная, но все-таки. Сейчас ладья b7 гожу. Так просто. Пон d5. Блин, сейчас возьмет, слушайте, на Е2. Зачем отдала-то? Как выигрывать? А, шах и ладья G8. Фуф. Шах. Сюда. Назад. Шах. Да. Блин, время. Ну ладно, тут уже он ничего ему не поможет все-таки. Я думаю, так. Да, и мат. Да, ну легко. Легко. Все-таки после мозгового штурма хорошо это. Хорошо бывает, да? Даже если когда... Иногда так бывает. Задачки решаешь плохо-плохо, но это все равно идет на пользу, как бы. Потому что голова-то включается на полную, вот. И все. Давайте, ладно, еще сыграю парочку, может. Или одну, не знаю. 2600 сейчас наберу, и все. И можно уже отдыхать. У нас все пошли спать, видимо. Не забывайте лайки поставить. Кто не подписан, обязательно подписывайтесь. Вчера было обучающее видео, можете посмотреть. Вот. Каждый четверг новое выходит. Уже никто не хочет со мной играть. Ну, задачки мне что-то мозги взорвали просто.
С этим эндшпилем? Завтра стрим? Нет, завтра точно не будет. Рига. 1-1 у нас счет. Ну ладно. Так, 7 секунд, кстати, я там потеряла. Разработки тут у всех моих соперников. Сейчас узнаем, какие. Что-то такое ощущение, как будто что-то такое у нас и было с ним. Может быть, не помню. Maybe. Развитие страдает, но ничего страшного, наверное, пока. Единственное, пешку сожрет у меня обратно. Так. Может так пойти? Надо разменяться. Ну, Е5, да, уже поняла, что съест. Понятное дело. Так. На d3 потом вот лезет неприятным позиция. Пустим. На слон f5 e4 вроде могу пойти. Вообще f3 e4 поставлю. Ну e4 поставлю, d4 будет поле у него. А, отсюда шах мне. Тоже нехорошо. Король не пристроенный, да? Еще и сдвоиться хочет. Так, что делать с этим всем? Ну, F3-то надо, наверное, чтобы E4 потом был на всякий случай. Слушайте, ладья d8 сильный ход. Ладья на e2 внедряется. Я не могу этому помешать, видимо. А шах тоже можно, да. А куда мне королем деваться? Может, надо один пойти? Понимаю, что косо выглядит, но ничего. Пока что. По времени главное сейчас. Да, так. Давай менять быстрее, пока не поздно. Брать не могла, там он сдвоился бы и на d2 отыграл. Хорошей редакции при этом. Тактика все-таки прошла. Конь f3, да. Конь f3 прошла. Че там без... А, нет, без чистой ладьи остаюсь, да. Точнее, без качества, но еще без пешек кучи. Главное, чтобы слон... Слон e2 мой последний шанс, если он на e2 возьмет. Ну да, ладно. Еще одну. Не успела развиться. Зря пешку съела. Развитие не закончил вообще. Тут тоже никого нет. Все спят, что ли? Там никого нет, тут никого нет. Две 600. Близко. Надо бы добить, но боюсь, что это... Так, ну ладно, давай черными с ним сыграем. Тоже какой-нибудь гамбит будет.
Она разменяет дурацкий слон. Пусть. Лучше уж без него как-нибудь. Пока. Шах. Ладно, бить не будет. Можно примув не делать, конечно. Ферзь Б3. Опять приходится. Блин, сейчас без пешки так могу остаться. Ну, а 3, а 4 пока есть ход еще. Ну, веншпиль, что мне делать? Ой, хороший. Так, 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 так. Д5, проблемс, проблемс, проблемс. Три ноля, что ли? Да, выйду. Это поле у меня пока есть. Неприятность. Может так разменять? Найт ход сюда, есть удар какой-то. Слон противный. Ой, конь точнее. А, ну так ладно. Так ладно. Так, что делать? И мысли. Вот так пока. На это конь c5, да? Значит, сюда. Так. Нехорошо. Так. Надо прогонять. На нервы действует конкретно так. Или сюда вот. Во, так пойду точно. Так. А4 меня провоцирует. Б6. Б7, молодец, 8. Конец сейчас переведет на b5 по-любому. С той стороны пошел. Туда лезет. Ну, давай b5 тогда. Не буду ладьи менять. Защищаем. Главное по времени, да, не проседать сейчас. Конь f7 придумал. Так. Конь твой не потеряется? У меня же 5 всегда есть ход. Как пешечный-то оценить? Кстати, прикольно, что пешечный эндшпиль будет. Давайте, беру. Не. А ведь конь f4, король через f4 придет. Не могу я пешечный идти. Так, наверное, надо ходить. Ой, даже тут пешечный эндшпиль. Они издеваются сегодня надо мной. Они мне решили испытать на прочность просто. Проигран был эндшпиль пешечный, похоже. Испытание, испытание. Сейчас мы ему срубим флаг. У меня есть план. Идея появилась. О. Как мне это сделать? А3 может? А3, Б3. Ладно, так. Время! Ничья, конечно.
Уже 5 мне ничего не дает. Ничья. Да, интересно было, кстати, партия-то. Чё сыграю? Не, сори, но ничего не буду соглашаться. Ничего не буду. Никогда не мисклик, не это, не реагирую. Никогда ни ходов назад, ничего-то подобного. Потому что это часть игры в интернете. Даже в товарищеской партии. Так что сори. Сори. Я не знаю, что он не сдается. Это его проблема, что он там мисклик делал. У меня такой принцип. Сейчас давайте за это ставка. Ставка, что он мне что-нибудь напишет в личку сейчас. По-любому. В личку он мне сейчас по-любому что-нибудь напишет. Ставим ставки. Так, могу. На этот ход. Так, да. Ну да, даже в блице можно с фигурой не выиграть. Легко. Точнее, наоборот, в блице как раз. Легко можно не выиграть даже с фигурой. Давай, ладно, выходи. Что ты? Твои проблемы. Мисклики. Решил до конца. Шах. Централизация. Профилактика. Ладья до один сразу тоже выиграет. Так, ждем. Давайте личное сообщение от него. Сейчас мне напишет. Ой, у меня тут одна история была, могу вам рассказать, если хотите. С одним бразильцем. Ладно, сейчас вот с Владимиром сыграю. О, гроссмейстер, я знаю, да, такого. Гроссмейстера надо выиграть на ночь. Хорошо спать. Слон Д2. Интересно, ладно, рокировку. Сейчас посмотрим. Просто так, да? Д4, кстати, есть ход.
D4. Берем. Берем слон E3, что ли? Ладно, возьму, не буду D4, не вижу. Зрители прибавилось. Да, зрители, всем привет, кто смотрит, не спят тоже. У нас тут были такие штурмы мозговые были, вы все пропустили. Нереальные эти. Так, подождите, тут он очень быстро так играет. А я играю медленно. Надо исправляться. Ну, знаю, кстати, этого гроссмейстера достаточно хорошо. Он в капелле там везде играл тоже. Не раз я его встречала на турнирах различных. Old school, в общем. Слона жалко. Конь D4, правда? Конь C3. Ну, 11-8, да, вот не так как бы должна стоять. Я мне просто... E5 назад уходит. Давай так. Ну, быстро играет, я опаздывала. Давай так. E5 ход. Ну ладно, давай, проверим. Конь C3. Конь C3. Ладья C3. BC. Какой-то ход странный. Сюда или сюда? Да, сюда. Подзажму, поле F3 у меня намечается. Мат. Поставлю или нет? Мат. Поставлю или нет? Не вижу пока мата. Что мне делать? H6. Чтоб ферзь B5 на D5 мне не давил. Так, время, цигель. Мат наклевывается где-то при случае, но времени нет. Мат наклевывается. Так, ферзь C7 хочет. Быстро меняет, да? Блин, пришлось менять. Вот. Незадача. Сейчас пешку у меня там съест, слушайте. Неудачно вышло-то. Жестко примувчиками давить. Сильный ход сейчас ладьей там есть у него. Ладья G2, да? А. Нет. Шах. Блин, времени нет. Ничья? Да, слушайте, ну, интересная была партия, кстати. А посмотрим. Отчет. А, так, взяли. Здесь вот оценка минус 5.
Я могу ферзь h4 сразу выиграть. А-а-а! Мат же грозит. И конь h4 грозит. Я могла сразу выиграть. Ферзь h5, две угрозы. Угроза конь h4 и угроза ферзь h2. Не заметила, тактическая выигрыш сразу был. По времени немножко отстал, конечно. Вот. 32 зрителя, всем привет, ставьте лайки обязательно. Кто не подписался, подписывайтесь на канал. Может быть, кто-то новенький, не забывайте, пожалуйста. Вот. Ну что, еще что ли сыграть? Жалко, сразу бы выиграла и 2600. Давайте, ладно, последнюю, наверное, сыграю, вне зависимости от результата. Без звания. 17 января, понятно. Прервать. Сегодня какой? 28 января. За 11 дней 2600 набил. Жалко. Ферзь h5 не увидела. Люди только пришли, да? Не знаю, слушайте. Никто не спит, оказывается. Я думал, все будут спать сегодня. Оказывается, нет. Так, ну что, лайки, лайки обязательно. Лайки, подписки, донаты. Вот наше все. Тогда стрим может длиться вечность. Но такого не бывает, поэтому все стримы длится ограниченное время. Доброе утро, да. Так, о, Гор! Айрапетян. Вот с Гором сыграю. Потому что знаю, что это он. Не будет он там фигней заниматься, как многие. Гор Айрапетян. Удовольствием сыграем. С удовольствием. Так, там какой-то шаг просто, я что-то не понимаю, что я там напутала чего-то, да? Или ничего не напутала? Как-то там шаг это позволяет делать, Накамура там в этом варианте все играл. Но я ничего-то не то сделала, не так там. По логике вещей. Доброй ночи всем. Всем привет. Да. Тем, кто, может, только подключился. Не, 00:44 это нормально еще. Ну, в Москве час 45. Так, задумался. Или вышел. Нет, вроде на месте. Просто думает, как ходить. Так, ладно. Мне тоже надо думать, не отвлекаться. У меня же цель. Сейчас партию выиграю, и можно уже идти спокойненько отдыхать. Так, не знаю, почему так долго думает. А непонятно мне лично, что можно так долго думать в этой позиции. А, вот поэтому, что ли? Ну так, если что. Стоило ли это того, да, чтобы столько времени тратить? D4, у него какая-то задумка. Ну, шах он мне хочет на B4 дать.
Насколько я боюсь шаха. Конем нельзя бить ферзь А5. Давайте тогда в эту позицию пойдем. Шах король F1. Ферзь А5. Посмотрим. Пон D4. Вот так, нападем. Я сейчас G3 как-то. Правда, слон на ту большую диагональ, да? Так. F3 его не смущает. Давай проверим. Да. Так. Шел. Напомню, что играем без добавления, поэтому сейчас надо очень быстро ходить, главное. Есть слон d4 ЕД, слон b5 сильный у него продолжение, кстати. Слон b5, на ферзь e2, ладья e8. А на слон b5, ферзь b5, король g1, что ли, пойду? А, ну король g1, кстати, пойду. Так, ничего не грозит конкретного? Ладно, беру. Король g1. Что ли, сходить заранее. Еще что могу? Конь b3 могу. Ферзь g3, слон g6. Не, ферзь g3 вообще не успею ничего. Ладно, давай так. Да, на e3 висит. Давай защищаем. Опять подвисает. Так, сюда. Слон g6. Не дает сюда. Да. Черт, дернула. Так, не взял. Да, но все-таки защитилась и выиграла. 2600 вернула. С гором в итоге сыграли. Да, позиция была очень сложная, кстати. Там не разберешься даже так. Ну, не знаю, насколько у него инициатива. Есть, конечно, за пешку. Давайте посмотрим для интереса, конечно. Ситуация была непростой. Но время он запустил. Может, кстати, интересно, пешку пожертвовал. На d4 еда надо было бить. Он d4 неточный ход. То есть позиция опасная весьма, да? За пешку у него инициатива. Ну, а как-то держусь. Опасно. Да, слон c6. Как он мог на слон e4 пойти? Слон d4 и f5. А, слон d4, потом f5, потом ладью разменять. И на d4 пешку съедал. Такая у него была сильная идея. Но здесь-то я уже мобилизовалась, хотя тоже ошибки были, естественно. Что зевнул? Ферзь А1, шах зевнула. А, смотрите. Ферзь А1, а на ферзь Б1, ферзь С3, да? Ферзь А1, король H2, слон Е5, видимо, какая-то. Да. А, ладья H8 там же еще есть. Ну ладно, тут уже зевки были на цепноте. Ладно. Ну ладно, сложная была. Сложная была сегодня, сложные задачки
То есть задачки, может, и не такие сложные, но шло тяжело, да? Хороший был мозговой штурм. Я надеюсь, что вам тоже было полезно. Мне уж точно, я чувствую, прям голова заработала. Правда, сейчас спать будет тяжело после такого мозгового штурма. Вот, спасибо вам всем за внимание. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь. Обязательно подписывайтесь, кто только первый раз зашел. Вот, тогда будет больше стримов, будет больше активности. Естественно, это мотивирует. Поэтому важна ваша обратная связь. Вот, спасибо вам всем за внимание. Ну и до новых встреч. Всем пока, всем счастливо.